Приветствую посетителей моего канала. Куда пропал Петрович? Скажу, мне уже практически 70 лет. Остается так ерунда какая-то. И за свою жизнь я знаю на своей шкуре, что можно провалять дурака, ну вот, например, сейчас, лазить там по интернету, смотреть различные там ролики про акул, ну, про ситуацию, которая сейчас сложилась, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот, интересоваться всем, и в то же время, ну, что-то, конечно, будет. То есть, знаете, как раньше говорили, человек начитанный. Есть человек начитанный, а есть человек знающий. И вот в процессе своей жизни я пришел к таким вещам, как самообразование. Много всего интересного, много всего там хорошего и полезного. Но вот из всего этого надо выбрать то, что поможет вам в жизни. Первое, это, конечно же, здоровье. База, на которой все будет дальше строиться. Нету здоровья, вам уже ничего не интересует. Ни акула длиной с 30 метров, ни там еще что-то там такое, похождение какого-нибудь красавчика или красавицы. Ну, примерно так. То есть, уметь себя образовывать. И я вот веду канал так, ну, постольку-поскольку сейчас, грубо говоря, приглядываю. Как бы настал такой интересный момент в моей жизни, что меня вновь заинтересовали. Работа над собой, я занимаюсь, и я выложил как раз, вот чем я занимался сегодня, 2 ноября. Окунулся, прекрасно взбодрился, по хозяйству поехали с женой, то все, 5-10, отдал куртку, молнию там ремонтировать. Приехали, я позанимался, раскрыл чакрамы свои, прокачал энергию, чувствую все. То есть активировал весь свой организм, кстати. И тестостерон прекрасно активируется, без всяких там каких-то побочных уколов, возникает желание и так далее. Это так, к слову. То есть растет твоя мощь. Надо заниматься. То есть понимать, что тебе может дать. Не то, что там, допустим, ты там, грубо говоря, качаешься, бросил качаться, бросил принимать разные компоты, как некоторые говорят, и все слилось. И это у меня было, То есть я прошел через очень многие вещи. И вот сейчас, чем я занимаюсь? Вот я накапливаю материал. А именно, я прочитал «Жития святых», а теперь, видите, вот «Жития святых», я работаю над тем, что... Читая, отбираю материал, как люди молились, как люди постились, в жизненный уклад их был вот какой, и в результате чего они достигали того или иного. То есть я набираюсь ихнего опыта. Это вот, как бы сказать, одно направление. Жития святых, перед сном почитал, там один денек или там далее. Я, вот он у меня сканер, и видосик вам показываю, сколько я сканировал. То есть у меня такое желание лично для себя сделать травник, такой, знаете, большой, настоящий. И вот просматриваю различные травники, которые мне попадаются. Кое-что я сам написал, вы можете посмотреть мою книгу «Современное траволечение». Вот, ну, хочется более обширно, чтобы, знаете, более подробно, чтобы там были и древние сведения о том, как используют то иное растение, и современные, и многое-многое другое, и в том числе вот этот состав, а то многие говорят, вот там имеются алкалоиды, кумарины, там терпены и так далее. Вот что это для вас значит? Если вы не в теме, это просто какие-то слова. Посмотреть, что эти там, что это за обозначения такие. Как они, так сказать, работают, для себя уяснить. То есть я себя образовываю. И плюс, вот после того, как я
отсканировал. Я теперь еще сижу и обрабатываю отсканированное, привожу его в тот вид, а именно формат Word, для того, чтобы мне в дальнейшем было удобно работать. И вот сидишь вот так вот и тюкаешь. Ну вот я покажу тут на паре тройки примеров. Итак, прохожу барвинок большой, сравниваю то, что я отсканировал, то, что мне уже программа, вот эта вот специальная программа Fine Reader, вот она какая, чтобы вы так примерно понимали. То есть вот эти все программы надо знать, чтобы уметь с ними работать. Я уж о видео молчу, о звуке молчу. Вот. А те программы, которые вот как раз позволяют работать с текстом. То есть вы берете что-то и работаете над этим. То есть все это должны усвоить. Вот видите, физиология. Учебник по физиологии я сделал. А потом я его нашел в готовом виде. Кто-то уже отсканировал. Но тем не менее, для того, чтобы перевести его в формат Word и можно было работать как с текстовым документом, надо его обработать. И вот как раз я обработал, значит, вернее, один из травников и смотрю, чтобы все было так, как надо. Потому что даже программа, она не совсем так делает, как бы тебе хотелось. То есть тут надо исправить что-то. Вот одна столовая ложка травы. И уже в результате вот этой вот работы знание потихонечку начинает в вас вливаться. Вы тянетесь к знанию, а знания начинают тянуться к вам. Это очень интересный феномен. И я думаю, что вот в дальнейшем таких людей, как я, будет очень мало. А то вообще исчезнут. Потому что человеку надо заработать деньги для того, чтобы жить, кормить там семью, содержать и прочее, прочее, прочее. А заниматься так в траве, вот что-то такое, в траве листьях, ряда, ошибочка. А для того, чтобы вот этим заниматься, надо так построить свою жизнь, чтобы у вас были какие-то средства для этого. Плюс было желание, плюс вы видели какую-то там перспективу хотя бы. Перспективу не только там в денежном отношении, что вы там напишете книгу, там еще, которую сейчас ни хрена никто там не считает. А то, что это для вас будет очень полезно. Так, что тут у нас? У нас тут так. Уже глаз наметанный, он видит, что, где, что. Значит, обычно так, 0,05, 1/2 таблетки тут написано. 1/2 таблетки. Опа. Ага. Ну-ка так еще и. Так. Труд огромный. Если вы хотите что-то такое сделать, знаете, капитальное, вы должны прежде всего проделать огромную работу по сбору материалов, чтобы вы были в теме. И вот я как раз сижу и ввожу себя в тему, работаю над этим материалом. Вот так вот я и работал в те далекие, конец 80-х годов, начало 90-х годов. Тогда не было ни сканера там, ни вот таких вот программ. Все это делалось вручную, отбиралось, делалось. Это сейчас хорошо, вы можете вот так вот, щелкая на мышку, там что-то там делать. Так. И, допустим, вот это, ну, современное, барвинок травянистый, да, описание там травы, как там она используется, то есть все 5-10. Здесь еще будет из 3-4, а то 5 источников еще дополнение, сверение, плюс древние источники, они по-своему все это описывают. И все это вот должно вылиться в некое общее,
что можно будет потом с пользой для себя использовать. Почему только вот это вот современное описание растений, они слабы? Потому что древние целители несколько по-другому описывали действие трав, совершенно с иных позиций, которые в некоторых случаях даже более, как бы сказать, информативнее, более применимые в обычной жизни, нежели вот это что-то описали. То есть это как бы сказать, сбор материала. А то некоторые сразу скажут: о, да это ты тут понатырил и потом сделал. Позвольте. Сбор материала, обработка и потом оригинальное выкладывание для того, чтобы можно было пользоваться им без всяких заморочек и еще там каких-то там, знаете, вот не запутаться в терминологии. Вот сейчас как раз читаю «Жития святых» Дмитрия Ростовского. И он на себя взял огромный труд, вернее, на него даже возложили этот труд. Это по тому, чтобы он с различных источников описания, жизнеописания святых мог составить единый. Поэтому он с различных книг брал все эти жизнеописания, сверял, дополнял и делал. То есть это считается огромной работой. Ну, в любом случае, работа-то огромная, но главное ее начать. И дорогу осилить идущий. И вот так вот сидишь, я лично себе даю, ну, где-то часа два поработать. Раньше я работал гораздо больше. И вот так вот, не спеша, без спешки, и работаешь. Если ты хочешь себя самообразовать, умение образовывать себя – это одно из самых величайших. Если человек знает и умеет, как себя образовать, то он преуспеет буквально-таки в любом деле. В любом. Потому что принципы самообразования, они одни и те же. Так, сравниваем между делом, сравниваем. Вот это мы сейчас так сделаем. И на этом закончим и начнем делать видео. Чтобы вам было понятно, а чем занимается Петрович? А чем он занимается? А он занимается самообразованием. Он занимается саморазвитием в этой жизни. Ну, на этом, пожалуй, и закончим и приступим сейчас к созданию видео и выкладыванию. Чем занимался Петрович? Лежал на диване, смотрел YouTube или еще чем там занимался? Я занимаюсь и понял из всей своей жизни, что важно заниматься самообразованием, саморазвитием. Для этого нам и дается жизнь. Я лично так понял. Как вы это понимаете? Ну, пожалуйста.